Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Тема дня». Сегодня в студии государственного телевидения директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Пашкин. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Добрый день. Не так давно в Ульяновской области прошел фестиваль «Архивный хронограф». А как родилась идея его проведения и какие задачи он ставил перед собой? Идея возникла, я бы так сказал, давным-давно, еще где-то год-два назад. Основной смысл данного фестиваля заключался в том, чтобы вывести архивы, что называется, из тени и показать населению все те документальные богатства, которые хранятся в нашем архивном фонде. Надо сказать, что фестиваль изначально задумывался как составляющий двух частей. Первая часть – это деловая программа, которая была полезна для архивных работников, ведь помимо двух государственных и 24 муниципальных архивов, у нас есть еще и значительное количество ведомственных архивов. А гостей приглашали? И гостей тоже приглашали. И поэтому деловую часть программы поддерживало большинство архивных работников региона. И, естественно, второй составляющей стала культурная программа, которая была направлена на популяризацию историко-документального наследия нашего Симбирского Ульяновского края. Это то, что более интересно нашим телезрителям. А первая часть – это для вас был обмен опытом? Это был обмен опытом, это было повышение квалификации, потому что мероприятия проходили и на базе муниципальных архивов. Угу. Ряд семинаров прошел на базе законодательного собрания Ульяновской области, на базе Министерства образования и науки нашего региона и также на базе корпоративного университета. На протяжении недели вы почти каждый день открывали все новые и новые документы, привлекали ульяновцев на свои выставки. То расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о самых интересных, о самых значимых, на ваш взгляд. Фестиваль открылся уникальной выставкой Государственного архива Ульяновской области «Театр и время», где наши коллеги представили просто вот то богатство историческое, которое сейчас у нас имеется в регионе. Это и личные фонды наших самых известных мастеров сцены. Это история Ульяновского театра в документах, фотографиях, материалах, в письмах. Ну и, естественно, уникальная коллекция афиш разных исторических времен также была там представлена. Отрадно, что партнерами фестиваля выступили все театры Ульяновской области. И выставка получилась довольно интересной и вмещала в себя более 300 экспонатов. Государственный архив новейшей истории Ульяновской области уже на следующий день представил выставку «Совершенно секретно. Ульяновская область в 20 веке». Мы собрали все ключевые документы, которые наглядно иллюстрируют историю нашего региона, указанный хронологический период, которые носили гриф «Секретно». Все представленные документы – это в первую очередь результат кропотливого труда архивистов в сфере рассекречивания архивных документов, созданных Коммунистической партией. Эта работа проделалась, начиная с 1991 года. И, например, она продолжается до сих пор, и в этом году мы рассекретим порядка 17 тысяч документов. А кто дает разрешение? Трудно снять этот гриф? Сделать документ достоянием общественности? Вы знаете, не трудно по самой технологии, как это сделать, но требует очень серьезных затрат от экспертов. Экспертами являются работниками архива, они полистно просматривают дела и выносят на основе действующего законодательства свое заключение, что можно пустить в научный оборот сейчас,
какие сведения нуждаются в ограничении в допуске на 75 лет, либо на более короткий срок. И по прошествии всего ежегодно собирается межведомственная комиссия по рассекречиванию документов. Председателем этой комиссии является министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Евгеньевна Сидорова. А в состав самой комиссии входят представители органов государственной власти, органов государственной безопасности, Министерства внутренних дел, военного комиссариата Ульяновской области. То есть вот это довольно весомый состав компетентных людей, которые могут сказать, возможно рассекретить данные документы, либо им еще надо полежать в закрытом состоянии. На этой выставке в том числе мы узнали о том, как образовывалась Ульяновская область. На этих документах тоже был гриф «Секретно», да? Да. Выставка явилась партнерским проектом с нашими коллегами. Это Самарский областной архив социально-политической истории, в котором и хранится записка о разукрупнении Куйбышевской области на Куйбышевскую и Ульяновскую. Эта записка датирована 1 июня 1942 года. Она была направлена в Центральный комитет. Но более интересен даже не тот документ, который был направлен в центр, а тот документ, который содержит рукописные правки тех людей, которые создавали записку, ее вычитывали. Мы представили оба варианта. Вы упомянули военкомат, который дает разрешение на рассекречивание документов. И я знаю, что там есть какие-то документы, которые касаются нашего знаменитого летчика Ивана Семеновича Полбина. Что нового мы о нем узнали? Казалось бы, вся история его жизни на поверхности. Не вся. Так случилось, что в процессе рассекречивания документов были выявлены два личных дела Ивана Семеновича. Первое личное дело касалось его вступления в кандидаты в члены партии, а второе дело уже непосредственно его вступления в ОКПБ. Дело в том, что они носили гриф «Секретно», поэтому для исследователей были недоступны. И только вот после прохождения процедуры рассекречивания мы смогли эти документы представить широкой общественности. Там содержится все. И заявление Ивана Семеновича о том, кем бы он хотел работать, и все его автобиографические сведения, где он в анкете заполняемой указывает свою профессию как землепашец. То есть это все было. Надо сказать, что Иван Семенович, что называется, выдал и подтвердил то, что он работал заведующей избой читальней, очень аккуратный каллиграфический почерк. Все эти документы интересно читать. Надо сказать, что второе личное дело датируется летом 1927 года, совсем незадолго до призыва Ивана Семеновича в действующую армию. После того, как открылась новая страница его жизни. Да, и после того, как он вступил в партию, началась уже его военная биография, которая очень-очень известно. Фестиваль завершился, но я знаю, что вы не ставите на этом точку. В сентябре нас ждет второе дыхание, или как это будет правильно сформулировать. Мы увидим архивный сентябрь у нас в Ульяновской области. Что это такое? Поясните, пожалуйста. Когда мы подводили промежуточные итоги архивного фестиваля, стало ясно, что тема нашей истории очень-очень востребована у населения. Обо всем. Не то, что мы не рассказали обо всем. Конечно, за неделю нельзя рассказать. Вот. Но, тем не менее, посетители и участники архивного фестиваля повсеместно высказывали свое мнение о том, что надо бы еще. Да, вы видели жадность в их глазах.
хочется, да, а когда еще можно, а вот когда фестиваль закончится, к вам можно приходить? Можно приходить. В любое время можно, нужно приходить. Нужно работать с архивными документами и необходимо знать свою историю. По итогам фестиваля прошло более 130 мероприятий по всей Ульяновской области, которые посетило свыше 5000 человек. Вот поэтому, естественно, мы решили, что хотя бы два раза в год это мероприятие надо проводить. Что будет в сентябре? Да, и самое главное, в сентябре исполняется 100 лет архивной службе Ульяновской области. А в августе исполняется 75 лет Государственному архиву Ульяновской области. И, скажем так, в августе мы слегка подготовим почву для сентябрьских мероприятий. Мы решили, во-первых, по выходным дням демонстрировать наши фотодокументальные выставки не где-то в здании, а на открытом воздухе. Тем более технологии это позволяют, и наш опыт участия, скажем, в таких летних мероприятиях, как ретро-фестиваль, как «Ночь науки», они показывают, что выставки на открытом воздухе довольно хорошо воспринимаются публикой. Поэтому архивные документы выйдут на улицы города. Но, конечно, сентябрь – это более глобальные мероприятия, нежели те, которые проводились сейчас. Во-первых, будет проведена крупная архивная конференция, в которой примут участие историки, архивисты со всех регионов России. С темой? Тема будет посвящена развитию архивной службы и в целом истории Симбирско-Ульяновского края и Симбирско-Ульяновского Поволжья. Эта тема довольно обширная и является источником научного интереса многих исследователей. Кроме того, как известно, за необходимой информацией к нам приезжают исследователи из соседних регионов, потому что ульяновские архивы считаются довольно богатыми по своей информационной наполняющей. Остается только пожелать вам успехов. Большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня у нас в студии был директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Пашкин. Спасибо за внимание и до свидания.